Берем 500 грамм фарша, у меня свино-говяжий. Измельчаем одну луковицу и 100 грамм сыра. Я буду делать это при помощи блендера. Можно использовать мясорубку либо терку. Добавляем лук с сыром к фаршу. Мелким кубиком нарезаем 150 грамм белокочанной капусты. Добавляем к фаршу. Также мелко нарезаем 100 грамм квашеной капусты. Добавляем к фаршу. Добавляем 100 грамм отваренного до готовности риса. Добавляем одно яйцо, соль по вкусу, черный перец. Перемешиваем фарш и отбиваем. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Руки также смазываем растительным маслом и формируем голубцы. Из данного количества ингредиентов у меня получается 12 штук. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут, чтобы голубцы схватились. Тем временем займемся заливкой. В сковороду вливаем 30 мл растительного масла. Обжариваем одну нарезанную кубиком луковицу до появления золотистости. Добавляем одну натертую на крупную терку морковь. Также обжариваем до появления золотистости. Теперь добавляем 200 мл сметаны, у меня 10% жирности, и 2 столовые ложки томатной пасты. Вливаем 500 мл кипятка, добавляем соль по вкусу и черный перец. Перемешиваем и ждем закипания. Выключаем, заливка готова. Достаем голубцы из духовки и заливаем их заливкой. Отправляем в духовку еще на 30-40 минут, смотрите по своей духовке. Голубцы готовы, они получаются очень вкусные и нежные. Подаю со сметаной. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!